Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, и я забыл немножко начать запись, и мы играем в Доту. Мне посоветовали сыграть таким чудеснейшим персонажем, как Keeper of the Light, которого я на самом деле терпеть не могу, но мы попробовали сейчас игру, и связка, естественно, Котл плюс вот это вот чудо, которое Phantom Lancer в виде Джек Фроста. Кстати, со мной Jetfire и Джек Фрост, я об этом сказал. А, блин, нет. Акса бы сейчас убили. Всем привет, ну, короче. У меня маны нету, чувак. Ну ладно. А я за новый персонаж для себя да. играю. Наконец-то с нами не Баланар, а Вайпер. Господин Випер. Мы с Пашей выбрали 6 персонажей, за которых будем играть. А у меня записывается на плохой жесткий диск, и поэтому мне хуёво вообще, короче. Тебя плющит. Чё? Мне ману восстановил. Ты видишь, у меня сколько маны-то она, блядь, восстанавливает? Всего лишь 75. Тебе этого даже на плюху не хватит. Ну, то есть так-то хватит. Ну, ничего. К четвертому левелу мы уже должны сделать первый килл. На тебе твои маны. Нет, самый прикол, против меня стоит 32 уровень, это... Да, это пизда. Так, все знали. Сейчас под башней я их за этого, короче. Я хотел купить уже тапок сейчас. Отходить будем. Блять, по клинксу не прошло. Ладно, вообще печаль, беда. Иди покупай свой тапок. Я не знаю, куда ты ушел этот чепушило. СФ? Да. Да он вроде ничего особо и не сделал. Но я не вижу его, короче. Так, а может он за руной пошел? Вряд ли. За руной инвиза. Давно его нет. Или они забыли купить. Ну у тебя инвиз есть? Есть. У меня нет инвиза. Я не про тебя, тебе-то на пято похуй вообще. Да, у него руна инвизи была. Опаньки, клинкс. Опа, чирик. Чирик? Не видел я никаких чириков, чувак, не пизди. Он сам ко мне в карман попал. Какой чирик? Так. Давайте, крипы, где вы, блин? Так. Против нас играют порнозвезды. Да. Я, чувак, если честно... Так, мне надо крипа добить. Вот этого я добью. Все. Так. Надо убить Акса. Он порнозвезда, да? За тебе пошел Клинкс, скорее всего, за руной. Или нас обходит сзади. Схуяти, блядь. Если бы он хотел обойти, он бы заюзал инвиз. 15 секунд еще до руны. Так, ну тогда ему не повезло, хули. Так. Накса задувку. Ну давай, еби его. Опять сет сделал. Ты же после меня. Я его автоатакой, что ли, добил? Да. Ну, как в прошлой игре. Ну, в прошлой игре это я добил не автоатакой, а это... Стоп, покуплю сейчас часть на Транквилла. И у меня будет Транквилла. О. Теперь так, сейчас я проверю. У Клинкса хп на пол шишки осталось. На пол шишки? Да. Он убежал на базу, наверное. Этот? Вполне возможно. 600 хп. Отходи, чувак, не это. Акс, нет, не пошел он за руны. Так, блядь. А руны нету. Сори. Руна у меня, имеется в виду. Ах ты, блядь, моржовая. Ну еби, чувак, кинь в него первую. Ты заебал, ты чё такой тупой-то? Блять, вот ты чмошник в натуре. Вот чё бы в него, блять, первую... Блять! Я кинул в него первую. Да, блять, у меня... Почему этот пидор не пошел сюда, куда я хотел? Гандонина. Да ничего ты ему не сделаешь, сдохни, еблан скотина. Бесполезный, нахуй. Чё ты раньше не кинул? Как только он в меня побежал, я ты, блядь, кинул, ману зажал, слепой. Сука, ты кинул уже после того, как я тебе сказал, секунд через 10, слепой нахуй. Ты, блин, тупой. Чмошник, нахуй. Да тихо вам, я СФа только что убил. Да он тупой, слепой. Ты еблан, блядь. Ты слепой. Сука. Кидай в него первую, чё ты опять ману жопишь, блядь? Я не жопу, убивай нахуй его. В инвиз прячься. У меня маны нету, блин. Чмошник. Сюда иди. А чё, куру не купил никто? Я с N3, блядь, купил сразу же. Блин. Как ты?
как-то не до куры вышло. Убьешь Сефу и прибежишь. Да я убил его. Опять на одну шишку, блядь. На пол шишки. Так, я пойду руну прочекаю, если что, скажу вам. Если она внизу. Давай, инвиз. Реген, отлично. А нахуй тебе инвиз? В инвиз войти и убить СФ еще раз. Он настолько плох? Да. Руки вспотели. Нервничаем, да? Да ты не нервничай, блядь, деточка. Сука, просто слишком далеко. Мышка X7, она... Ты-то, материал такой. Да, значит, есть такое дело. Не спорю. Блядь, что-то я протупил. Ладно, не страшно. Сейчас ёбнем крипа, и все будет у нас в порядке. Правда, нету маны на восстановление маны. Это печально, конечно. Опа, Акс. Опа, Чирик. Ну ты, блядь, будешь в него первую кидать, жлоб ебаный, сука, еврей, что ли, нахуй? В смысле? Прячься! Маны нету. Кого маны у тебя нету, пидор гнойный? Ты говорил, что у тебя маны нету. При чем тут я? Ёбаный дегенерат, я нахуй. Я сдохну, блядь. Вот, блядь, с каким чмом я играю, посмотрите. Просто дно, нахуй. Сам ты дно. Вот такое. Ты сказал, что у тебя маны нету. Так... И чё, при чем здесь я, еблан, у тебя мана полная. Я тебе сказал первую в него кинуть, блядь. Кинул у меня в него первую, что из этого вышло? На меня клинец напал. А нахуй ты в мили к нему побежал, сука, она у тебя и так дамажит, да хуя. Ёбаный, блядь, сыкует, нахуй. Ну я не знаю, может... Чёрт, он не 100 добавил у нас. Он, блядь, ещё и угорает, нахуй. Кто? Макс? Да и этот долбоёб. Чувствую, крындец сейчас наступит с этому чуваку. Ну первую, блядь. Да кидал я в него первую, блин. Акса, блядь! Что Акса-то, блин? Хуякса, у меня так. Акса, блядь. Второй раз убил. Так ты доебал вообще. Чё? Вот я? Сейчас, блядь, сейчас ты доебался своим микрофоном. Я? Ну я хуй не знает, я был. Нахуй, а кто это пердит, блядь? Я тоже слышал этот звук, если чё. Пидор тупой. Вот кто это. Почему-то я этот звук тоже слышал. Значит, это ты был, нахуй. Не купил, блядь, обсервер вардов, и все, нахуй, сразу с базы к нам подходит. Зато этот решил первым артефактом Rope of Magic, блядь, купить. Когда с ним котел в команде, Rope of Magic, первым артефактом на диффузы. Ведь у тебя так мало маны, ебаный ты, ну, денег не ратище, блядь. Ой, блядь, успокойтесь. Просто, блядь, некомпетентный. Где СС? Хуе, а блять, СС. Где СС? Просто у меня сейчас тут клинц был. Он меня решил встретить, но ему не хватило дамага, чтобы меня убить. Так, ну я в любом случае на базу схожу, у меня ХП. Очень мало. И ты сдох, что ли? Блять. Ну, он успел грелку повесить. Нас я убил. Дандайник на базе стоит. Опять АФКшерс? Нет, он не на базе, чувак. Не... Нет, он стоял сейчас на базе. И порочь тут... имя, блядь, доброго человека. Да пошли не со мной. Вот поэтому тебя никто и не любит. Нет, не любят, не любят меня. Вас всех, нахуй, надо ненавидеть, Кандон. Я же тебе куру купил. Кто это? Ой, какой кура, как тут такая? Он купил куру и портанул. Это гениально. Я не понял, хули произошло. Я куру купил. Офигеть можно. И она портанулась вместе со мной. Ёбаная сыку. Капец. Вот где СС? Да где от вас СС?
Вот нас сейчас убьет СФ, ну меня он тут, по крайней мере. Этого шлепанца он не убьет. Которого 2000... О. СФ днище, он хоть и 32 уровень, но... Вот настоящий. Я, блядь, знаю, он меня обойти хочет. Можешь меня к себе притянуть? А то деньги не хочу тратить. Деньги он не хочет, блядь, тратить. Чмошник ебаный. Дохнуть ты, блядь, хочешь, а деньги нахуй тратить. Да это тебя я вздыхаю. Кинь первую в него. Ты... Нет, это иллюзия, походу. Ни хрена, это не иллюзия. А кто это, блядь? Ты дурак, иллюзии уже все прошли, блин, иллюзии не умеют юзать скиллы. Ну, блядь. Иллюзии, которые против тебя умеют все нахуй. Идрить ты, бестолочь. Ты пошел нахуй, блядь, я одну ошибку за 10 игр нахуй допускаю. Ты, блядь, в одной игре 10 ошибок допускаешь. И каких же? Блядь, тебе перечислить в этой игре все ошибки, ты сдох уже 50 раз. Из-за тебя? Ты охуел, ты дебилан, пошел нахуй. Говорит, у него маны нету, у него этого нету еще. Да, у меня маны нет, поэтому я не буду кидать первую, чтобы добивать. Я буду стоять, я буду ловить горелки, хотя у меня есть инвиз, и я могу, блять, обмануть врага, чтобы он на инвиз потратил ее. Нет, ведь он стоит целых... А еще я не буду максить первую, я буду вторую прокачивать. Первая мне нахуй не нужна. Вообще-то подумаешь... я вторую сделал на третьем уровне, не звезди. Ты, я имею в виду третью, ты на два прокачал. Нахуя, чувак? Вот объясни, потому что я первую сейчас поставил. Чё тебе не нравится-то? Да, только ты, блядь, ее только сейчас нахуй. А теперь помолчите оба. Да. Скажите, он пожалуйста, где СС? А они где твой СС нахуй? Видишь, у нас твой СС стоит. У вас один пришел, а тут четыре их было аж. А вы что, за четверых? Ну да, я, блядь, должен за четверых отвечать. Ты совсем охуел. Нормально, блин. У вас ушел Клинт вместе с Аксом. Вы это не видите? Если СС стоит один, значит... Они ну да, все... если они вот здесь вот таскались. Конечно, они сдохли. Если СФа у тебя нету, значит, блядь, кто-то другой у тебя, наверное, есть, да? Нету никого, я один стоял на лайне. Луна к нам пришла. Я ее, интересно, коцнул? Блин, так сонно. Я не видел. Да, коцнул. Блядь, ебаные лаги, пиздец. Куда я сдуваю? Не знаю даже. На нас идет сет с речки. Тракса. Тракса? Саксом. Саксом. Тракса. Ну так уйди нахуй отсюда. И Клинт здесь. Они поняли, что надо вместе ходить. Сейчас Паша встретит Луну. Да, Луна там. Где? Она мимо вас пробежала, видать, зассала. Вон она. Надо убить ее. Не знаю, зачем это сделал. Линкса можно еще заодно убить. Ура! У нас Зевс. А, Акс хочет меня. Нет, он не хочет тебя, он хочет нас. А, сзади! Да здесь все, блин. Сет. Сзади, чё? Ману. Нахуй, блин. Ману. Ну, дал я тебе ману, и чё, теперь у меня маны нет. И чё ты со своей маной здесь сделаешь? У тебя хп, блядь, на базу только идти. Блядь, с кем я играю? Нахуй я тебя вообще послушал? Сейчас бы подошел, аккуратно задул, а двоих бы убил, нахуй. Нет, тебе ману, нахуй, дал. Ориген. Вот ты пидор. Вообще ненавижу, блядь. Блин. О, интересно, даблкил получится. На траксе, тракса, тракса, трупа... Не пропёрла. Но она такая тупая, она так долго стояла. Давай, тракса, дереза. Ааа, кропаль хп у траксы остался. Чувак, что мне делать? Как мне быть? Зевс, ульт есть? Блять, скажите Зевсу, чтобы ульт дал. Зевс, ульт! Ульт, быстро! Молодец. Сука, я забыл, я отключил же кнопку эту. Вы чё, блядь, охуели что ли? Хули вы башню несёте? Ты чё, блядь? Я один её бью, блядь. Нет, ты что?
Да не танчи ты ее, ебаный дегенерат. Клинкса первую кинь. Это дурак, я далеко уже. Сыкло. Сам ты сыкло, у меня хп меньше, чем у тебя. Ну, я синчлен, я же умный, блядь. По горшкам дежурный. Ты можешь ману восстановить мне? Или это там? Через 10 секунд. Не, ну... По горшкам дежурный... Блядь, какой интеллектуальный опыт вообще. Какой интеллектуальный... Мне восстанови. А, Зевс. Все равно мне восстанови, мне не хватит. Спасибо. Сейчас вот куру точно шлепну. Из-за Паши. Да, это... Ну, потанчите кто-нибудь крипов, пока я задуваю на них. Вот, убил, молодец. Акс с инвизом. У него Shadow Blade, что ли, или он руны использует? Нет, он просто инвиз подобрал. Но у меня нету этого хуесоса. Который с Entry Ward. Который с Entry Ward. Да, хуесоса, который с Entry Ward у меня нет. Блять, ебаный лаг, вообще не вовремя. О, блин, все. Зевсы просто разложили. Сет. Ну чё, Сет, я задуваю уже. Ну кидай в него хоть что-нибудь, блять. Ну, Паша. Меня сейчас разложат. Чё, Паша, блин? Нахрен ты на него напал? Твоя задувка бы сейчас убила Траксуса. Она была, чувак. Он убил Акса. Я задувкой убил Акса и продамажил Траксуса. Башню убил, мне кажется. У тебя 4800, купи себе что-нибудь. Ну я не знаю, я хочу сразу хекс одним кликом. А сколько он? 5600 стоит? 5675. Да, 5675. Неустойчивый золото. Эх, блин, таким путем я никогда Shadow Blade не соберу. Ну хуй знает, чувак, он тебе нужен вообще? Да. Чтобы вырываться с ультой. Я вигер. Вырываться с ультой? Ну да. А что, нет? Да у меня же там не масса, она на расстоянии. Какая разница, вырываться же на врага. Какая разница? Понесем мид. На мид? Да. Я пойду руну посмотрю заодно. Если там будет какой-нибудь инвиз, составь мне. Нет. Хуесосы. Хасту. Кого убьем первого? На кого кидай, уроды? Я бы не рискнул с этой стороны идти. Хотя. У кого мало хп будет, того, блять, и бей. У Клинкса, у Акса, блять, у всех мало хп. Тракса. Зевса ебет. Давай, ну, блять, чувак, ты такой медленный. Я Клинкса убил, вы ребята. Все такие медленные. А, что случилось? Что тут происходит? Я не понимаю. Убил Клинкса, ребята. Я крутой. А у меня 300 хп. Я отхожу. Андайнг сейчас сдохнет нахер. Ну убьем Тиакса, ядрить вот бестолочи. Убьем Тиакса? У него хп, смотри сколько там, на одну тычечку. Я все понимаю, ну блин. Если бы я подошел, меня бы Тракса убило. А черт, мана нету. Ладно, пойду-ка я на базу. Даже крипов не продамажил. Печаль. И новенькая. Печаль беда. Да. Надо еще, чтобы 20 голды мне еще накопилось, а что я потом стою на базе. Охуел. А не, я продам топор. Блин, что-то... В этот раз почему ты дольше раскачиваешься? Кто? Ты. Это из-за седа все. Ясен хуй, все из-за седа. Все хорошее происходит из-за седа. Ну видишь, мы... В прошлой игре мы хорошо сыграли. 25-1 у меня был. И сейчас... Сет все равно с тобой стоял. А сейчас он этот... Урод. Просто сейчас ты хуесос. Там как ты. Все, зачем поставил эту свой тот? Это все, что ты можешь мне сказать? А тебе больше нечего сговорить. Ну ты и чмо. Блин, ну я только вангуард и ПТ. Что? Ну я только вангуард и ПТ, говорю. А у меня... Транквил.
Не получилось одним кликом сет купить? Роб Мэг? Почему получилось? Ну, то есть не собрал его еще? Ну, я же его купил одним кликом. А, вот теперь да. А, Ultimate War, точно. Я уж побоялся, честно тебе говорю. Чего ты побоялся? Котел задувает. Ну, чего да. Я побоялся? Обычно он против нас играет, а не за нас. Ну за котлов играет хуесос, потому что. Ну просто я хороший котел. Котел добряк. Котел херать. Акса. Я даже не успел. Ульта. Все ворвались нахуй. Ульта. Мозга гем купить ни у кого, блять, нету. И этот, блядь, диффузы все свои собирает. Блин. Пиздец. Пошел. 23-я минута игры. В прошлый раз-то лучше все получалось. 23-я минута игры, диффузы. Не собрал. Пошел ты нахер, урод. Вот скажи, ты сейчас умер, и у тебя 700 голды. Что тебе мешало купить диффузы? До того, как ты умер. Объясни может, мне. Может, у меня не было 850? Как? Ты, тебе, блядь, за твою смерть знаешь, сколько дали? Сколько? Блять, где 290. Ты есть? Сколько? 299. 700 плюс 300. 1000. У меня 1000 не было. А, то есть вот за те 10 секунд, что ты был мертв, тебе накапало 200. Короче, я не знаю, ответь мне. Я знаю, я, блять, могу даже повтор нахуй посмотреть. Не, ну по башне мы не стираем, но у нас сторона одна пронесена, так что надо верхности. Норм, пули. Вот сет пусть там этот баррикадируется, а мы будем верхности. Баррикадируется? А фиг ли котел будет баррикадироваться? Своей задувкой. А мне мана нужна будет от котла. Вам всем дохуя. У нас есть Зевс. От котла. У нас есть Зевс. Куда он идет? Кстати, к котлу пизда. Все, они все здесь, блять, они все ходят вместе. Ну это, кстати, нам, блять, минус. Вам, то есть, вы не со мной были. Пидоры. Вот урод, а? Ушлепанец какой. Фейзов, вот сейчас у тебя 940 гол. Почему до сих пор Курани несет тебе рецепт на фейзы? Это такой ненужный артефакт, что можно подождать, да? Фейзы, да, мне нам нужны фейзы. Блять, пошел ты нахуй, диффуза. Вот сейчас. А, погоди-ка, моя ульта вскрывает врага, когда он в инвизе? Нет. Да. А как ты, блядь, ультой? Я по нему ультой выстрелил по клинку, он вошел в инвиз и все равно был виден. Может. Прикольно. Кто-нибудь додумался, блядь, купить все-таки гем? Нет. Нет. И сентрей тут нету. Я серьезно говорю. Видимо, она вскрывает инвиз. Я боюсь, враг... я тебе не верю, чувак. Не, ну, блин, я его видел. Давай убьем этого. Он в инвиз вошел, но у меня ульта сейчас закатится, и можно будет убить. Чтоб он не убежал.